Друзья, всем привет! С понедельника начались досрочные голосования в Майами. Я призываю всех прийти голосовать, что я вот и сделал. Голосуйте по-любому, голосуйте досрочно, голосуйте в день работы. Участки открыты по субботам и по воскресеньям. На следующей неделе в будние дни до 8 часов вечера будут открыты участки в течение дня. И также в субботу и воскресенье они будут открыты. Поэтому, друзья мои, нам очень важно идти голосовать на местные выборы. В любом случае, не делайте так, чтобы вы считали, что это не важно каким-то образом. Это важно. Это те люди, которые будут определять то, что у вас будет происходить в вашем районе. Неважно, где вы живете, в Майами, в Нью-Йорке, в других каких-то штатах. Читайте, смотрите, изучайте информацию по бюллетеню обязательно, за кого вы должны проголосовать, кто эти люди там внутри. Там и шерифы, там и судьи, там и сити комиссионерсы. Это очень важные люди для нас. Ну и все, конечно, готовимся к 5 ноября. Следующий выбор – это уже выборы президента. И также там в этих бюллетенях будут еще и другие очень важные люди, помимо президента, за которые вы должны будете проголосовать. Еще плюс ко всему, там будут некоторые вопросы, которые город или ваш штат выносит на обсуждение. Это также очень важно. Итак, все на выборы, друзья. У нас еще впереди неделя. И впереди вот эти выходные, которые начинаются, вот эти выходные, которые вы тоже можете использовать. Пожалуйста, идите на выборы и все голосуем. Мы должны бороться за свои права, мы должны бороться за свое будущее. Голосуем.